Всем привет! Вот и доехали мы до Вроцлава. Здесь будем 2 дня, суббота и воскресенье. Обо всем расскажем и покажем, что посмотреть, где погулять, что поесть. Смотрите нас, будет интересно. Ну что, друзья, ну вот мы добрались до хостела, вписались в него благополучно. И сразу же нашли, как обычно сводится, бюджетную столовку, которая здесь также называется, как и в Кракове, молочный бар. В принципе, смотрите сами. Порция супа, салата. На двоих обошлось нам это в 10,80. В принципе, вообще нормально. Суп 3,50 и салат 3,90. Так что все советуем. Вот рядом с хостелом у нас. Так что, кстати, еще, здесь есть греча. Вот мы на центральной площади, и здесь опять движуха музыкальная. В общем, хорошо, еще ярмарка. Гуляем. Вот дегустируем местный квас. Здесь он называется подпивок. Смотрите, а тут... пиво. Нет. А тут вот какое-то мероприятие. Какая-то инсталляция чего-то. Я хочу это развидеть. Друзья, происходит какая-то дичь. У меня сейчас кровь из глаз пойдет. Но это, надеюсь, конец. Короче, квас, шапка, мне не понравился. Димону понравился, мне не понравился. Это водянистый. У нас вкуснее. Наш лучший. Такой вот прикол здесь. Вот ему уже не терпится. В общем, мы снова в этом молочном баре. Паре. Вторые блюда здесь гораздо больше, вот вторые блюда. Смотрите, у меня рис с подливкой, с какими-то тефтелями, с салатом. У Димона пюре, котлета, какой-то салат тоже. И все это 16-10 злот. Ищите молочные бары. Да, пробивайте молочные бары. Всем приятного аппетита. Налетай. Ну вот, это место, где мы только что поели. В принципе, наелись очень от пуза. Плотненько. Да, плотненько. Так что пробивайте такие места, и будет все круто. Так, друзья, мы гуляем по Вроцлаву, и как вы поняли, что во Вроцлаве самое лучшее – это гулять, естественно. А чтобы гулять было еще не скучнее во Вроцлаве, здесь придумана такая забава, как вот такие вот гномы. Да, они есть по всему городу и всякой разной тематики. Так что, если вам будет совсем скучно, хотя сомневаюсь, что вам будет скучно, можете их искать. Есть даже целая карта гномов. Их здесь почти 300 штук, и можете попытаться всех найти. Ну что, друзья, вот такой дружной компании. Болеем за Атлетика. Да, он смотрит финал Лиги Чемпионов. Болеем за Атлетика. О, друзья, мы смотрим финал Лиги Чемпионов. И мы постелкали гол. Да. Его не было. До сих пор ведет дырявый Реал. И только что Гризман забил пенальти. Ну что, Атлетико опять проиграл. Опять в финале, да. Как 2 года назад. Ну что делать? Ну что, друзья, по Вроцлаву гулять очень круто. Уже ночью. Народу много, не то что зимой. Зимой здесь не было никого, кроме как зазывал стриптиз-клубы. А сейчас и движуха в полный рост на центральной площади. Так что гуляйте по Вроцлаву. Ночная движуха во Вроцлаве, она повсюду, не только в центре, но и на окраинах. Ну, не на окраинах, а районах близких к центру. Посмотрите, столько народу днем не было вообще. А сейчас вот народ, молодежь повыползала и вот тусит, бухает, и, не знаю, угорает.
везде, повсюду. Друзья, мы зашли в подворотню, и тут опять какая-то вечерина непонятная. В общем, нас что-то как всегда прет и везет нам на всякие непонятные тусовки и вечеринки. Сейчас посмотрим, что здесь. В общем, здесь классический диско-бар Думской. Ну, и это круто. Такие более гламурные. Более гламурные такие, более ресторанные. Ну, все равно круто. Народ отдыхает, веселится. Суббота, Вроцлав. Yeah. Все, друзья, на 600 метров от прошлой вечерины. И здесь очередное веселье и угар. На этот раз более цивилизованно. Смотрите, народ гуляет, пляшет, веселится. Все круто. Вроцлав, суббота. Отдыхаем.